Gaudiya Goshtipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta, Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru сказал, желать полного удовлетворения Бхагавана называется бхакти, и желать удовлетворить публику, пытаться удовлетворить публику называется абхакти, не бхакти. И вы должны будете объяснить этот момент всему миру. То есть вы должны прям с такой огромной уверенностью громко заявить всем об этом. Гаудия Гоштхипати Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, стараться удовлетворить Бхагавана называется бхакти, а стараться удовлетворить публики или стараться достигнуть каких-то личных целей, удовлетворить личные интересы, это называется абхакти, не бхакти. И из 100%, если не больше, то 99% они пробуют занять Бхагавана в служении самим себе. То есть от имени бхакти они пытаются задействовать Бхагавана в служении самим себе. Казалось бы, что они совершают преданное служение, что они обладают бхакти, но это не бхакти. То есть, если не больше, то 99% людей, они пытаются добиться своих каких-то целей личных, прикрываясь бхакти. Но Прабхупада, он сказал, что мы заинтересованы только в том, чтобы полностью удовлетворить Кришну. В любой ситуации, в любых условиях мы не готовы удовлетворять публику. Если мы будем... Я знаю, что если я буду говорить каким-то образом очень мягким, сладким, если я буду пытаться удовлетворить публику, если я буду добавлять масло в огонь их желаний, тогда я получу признание, положение, деньги. И это произойдет все с огромной легкостью. Мне даже спрашивать это не нужно. Но я буду, если я так поступлю, я буду страдать, я не получу никогда бхакти. И Махапрабху также, он сказал, демоны иногда они совершают аскезы, но они хотят занять Бхагавана в служении самим себе. Хираньякша, Хираньякашипу, Равана, Кумбхакарна, все они, все пытались получить что-то, какой-то результат, совершая аскезы, но мы не должны иметь никаких личных интересов, совсем никаких. Хираньякашипу, он совершил суровейшие аскезы, тапасью, но в итоге он хотел получить какие-то благословения. Он хотел стать бессмертным, амар. И также Равана, он попросил благословения у Брамы. То есть, таким образом, большинство. Таким образом, Махапрабху, он отругал Шукламбар Брамачари. То есть, он, держа, как сказать, имея Шукламбар Брамачари как пример, потому что Шукламбар Брамачари — это его вечный спутник. Он не может совершить никакую ошибку. Но когда Шукламбар Брамачари, он захотел поучаствовать в Санкиртан-расе, в Шривасангам, то Махапрабху, он его отругал, и он сказал, ты думаешь, что ты пьешь одно молоко, то есть не ешь, не пьешь ничего остального, то есть ты думаешь, что, совершая такие аскезы, ты можешь добиться моих лотосных, достичь моих лотосных стоп. Нет, это не так. Демоны, и они совершают огромные тапаси, огромные аскезы, но их цель другая. Вчера я вам рассказывал о чувстве разлуки. Бхагаван Шри Кришна
сказал такие слова, когда меня забрали в Матуру. Когда Сафалки Нандан, Акрура, он забрал меня в Матуру. И для Враджаваси весь мир опустил, прям как в Шикшастак Прабху пишет, написал. Говинна вирахена ме. Суньяитам джагата сарвам. То есть весь мир опустел. Гопи не думают, что Кришна, он Бхагаван. Они знают, что он Бхагаван, но они не помнят об этом. Кто-то может сказать, что гопи, у них нет татвагьяны. Нет, это не так. Они обладают стопроцентной татвагьяной. Их знание, оно совершенно. Тем не менее, они не думают, что Кришна — это Бхагаван. Потому что если бы они так думали, в том случае они не смогли бы насладиться этими играми с Кришной. Бхагаван Шри Кришна, он являет свои игры прям как обычный человек. Если бы только он проявил свою айшварию, свой этот вот аспект, то игры бы они потеряли свою сладость. Когда айшвария проявляется, в том случае вкус лил, он меняется. Почему вкус лилы Кришна, почему лилы Кришна не такие вкусные, tasteful? Почему лилы Рамачандры, они такие особенные? Потому что они совершают эти игры как обычные люди, как обычные смертные. Поэтому эти игры, они такие сладостные. Кто-то может сказать, гопи не обладают татвагьяной. Конечно же, они ей обладают. Но татвагьяна, она покрыта мадурьей. Айшварья гьяна, то есть знание о величии Кришны, она покрыта мадурьей. И если бы проявилась айшварья гьяна, то, конечно же, мы не смогли бы увидеть такие игры. В Гопи-гите гопи, они сказали такую шлоку. Накхалу гопика. Акхило дейхи нам антаратмади. In Gopi-gita, Gopikas, they are speaking. Гопи сказали, произнесли такие слова. Gopika, Nandano Bhavan, Akhila Dehi Nam, Antaratmati. This look means Gopikas, they are speaking. They are searching Krishna. Гопи, они искали Кришну. By chance they are speaking this. И они произнесли такие слова случайно. Они сказали, несомненно, ты никакой не сын Гопи. Ты выдаешь себя за сына Яшоды. Конечно, это правильно, это не ошибочно, но на самом деле ты находишься в сердцах всех живых существ в качестве параматмы. Ты находишься в сердцах всех и каждого, как параматма. Конечно же, гопики, они обладают татвагьяной. Конечно же, несомненно. Но их татвагьяна, она покрывается мадурьей. Потому что мадурья, она очень сладкая, вкусная. Айшвария, она не такая. И вчера я вам сказал, Свафалкина, мои анурагта читта, бигаро бхавена номе пиого, тибрадхаю аньям дадришу сукхаю. When I went to Mathura, I was going to go to Mathura. Когда я прибыл в Матуру со своим старшим братом Баларамой, anything in the world, то Раджаваси, они
стали видеть во всем мире ну, что-то безобразное, то есть они не смогли больше увидеть ничего, что обладало бы каким-то вкусом, то есть они потеряли вкус к чему-либо. Разные преданные, они выражают разные настроения служения. Бхагаван украшен бесконечным множеством различий. И в то же самое время он обладает таким могуществом, чтобы поддерживать адвайгьянтатву. Он и есть адвайгьянтатва. И в соответствии с Гаудия Сиддхантой, с Таттва Вигьяной, существует такое понятие различия в единстве и единство в различиях. То есть мы должны стараться увидеть единство в различиях. Различия существуют, но причина всему адвайгьянтатва, у истоков у всего адвайгьянтатва. И единство, единство в различиях и различия в единстве. Мы должны осознать это. Вритрасур, он обладает бхакти, но выражает свое настроение. Бали Мараш выражает свое настроение, Прохлад Мараш. Так много преданных, но их бхакти, они не одинаковы. Существует два вида бхакти. Первое — это такое как бы общее, и второе — это более такое возвышенное. Бхагаван готов дать мукти. Вы хотите мукти? Какой мукти вы хотите? Но не спрашивайте меня чистое бхакти. Не просите у меня чистого бхакти. Бхагаван не хочет давать бхакти. Не хочет давать в смысле, в каком смысле? Конечно же, он хочет дать бхакти, но бхакти — это не какая-то дешевка. То есть он это хочет сделать правильным образом. Вритрасур, он выражает свое настроение, свое бхакти. Бали Мараш и так далее. И Нараджи Мараш сказал Юдиштхир Махараджу: «О, Раджан, Бхагаван предпочитает дать мукти, но он не хочет давать бхакти. Почему? Потому что если он даст бхакти кому-то, тогда это означает, что он, что тот преданный, он сможет взять под контроль Кришну. Бхагаван согласится стать контролируемым. Определение бхакти, вы его знаете уже. В Бхакти Расамриту Синди написано. Рупа Госвами Пад пишет. То есть уже в определении понятия бхакти уже все объясняется, почему Бхагаван, он так осторожно себя ведет в отношении бхакти, то есть не раздает им и его всем подряд. Есть много разных шлок. Тешам нитаби юктанам йогакхем абхавам. Those who are continuously, constantly thinking about me. Те, кто постоянно думают обо мне, я просто обязан им ответить. Я не могу им не ответить. Прабхупада объясняет, когда мы воспеваем Харинаму, мы должны это делать таким образом. Когда мы воспеваем Харинаму, Прабхупада объясняет, что мы должны это делать таким способом, чтобы Бхагаван заинтересовался оглянуться, кто меня зовет. Вы зовете его. Например, предположим, вы кого-то позвали по имени. Тогда тот человек, он обязан обернуться, он обязан как-то отреагировать. И Прабхупада, он повторял, вам нужно совершать харинаму таким образом, то есть в полной концентрации, не как-то так вот между делом, и не без оскорблений, то есть
Оскорбление — это значит, когда кто-то нагрешил, грешит в жизни очень много, и воспевая Харинаму, он желает очиститься от своих грехов. Огромное количество богатейших людей, они каждую субботу ночью или воскресенье они прилетают, приезжают в Харидвар. Очень богатейшие люди, и они принимают омовение в Ганге, совершают поклонение, но они не получат бхакти, потому что они не хотят получить бхакти. Они грешат всю неделю или целый месяц. И потом они приезжают в Харидвар, и они помещают результаты своих грехов в Гангу. Они не совершают омовение, чтобы получить бхакти. И вы обо всех этих вещах можете найти очень подробную информацию, если вы изучите книги Прабхупады, его статьи и так далее. Но люди, они в наше время не заинтересованы в этом во всем. Прабхупада, он никогда не хотел принимать омовение во время Кумбамелы. Вы слышали этот фестиваль, когда на небе звезды складываются в определенное положение, саду гуру вайшнавы собираются в определенном месте, например, во Вриндаване, в Элахабаде, в Уджайни, собираются где-то в определенном месте избранном, и все саду со всего мира съезжаются, чтобы принять омовение, потому что если кто-то примет омовение вот в этот момент, когда звезды в определенной позиции, то они получат огромную силу, но, или благо какое-то. Но это благо, оно не имеет ничего общего с бхакти. Вот почему Прабхупада, он никогда не принимал омовение во время Кумбамелы. Вы можете получить амриту, нектар. Знаете, что это такое? Если вы примете омовение в Ганге, вот когда на небе звезды выстраиваются определенным образом, тогда вы получите амриту. Но нам не нужна амрита. Мы не хотим амриту, которая доступна в этом материальном мире или на райских планетах. Мы хотим ту амриту, которая нам дает Шримад Бхагаватам. Когда Шрила Шукадева Госвами начал говорить Харикатху Парикшит Махараджу, для того, чтобы помочь ему стать бессмертным, Амар. И в тот момент полубоги, они пришли группой к Шукадева Госвами и посоветовали ему, почему бы тебе не дать нашу амриту, которой мы обладаем, Парикшит Махараджу, а вот эту Бхагавата амриту, дай ее нам. То есть они пришли как бизнесмены, начали торговаться. И полубоги, они пришли и сказали Шукадева Госвами. Они дали ему такой совет. «О, Махарадж, почему бы тебе не дать нашу амриту? Мы можем ее дать Парикшиту Махараджу. А ту Бхагават амриту, дай ее нам». И Шукадева Госвами, он разозлился очень сильно, разгневался. И он не посчитал даже нужным им ответить. Он даже не посмотрел на них. Он рассердился. Он подумал, они пришли сюда, чтобы поменять материальную амриту на Бхагават амриту. Они бизнесмены. Они могли бы прийти и просто попросить, можно нам тоже послушать. Но все обладают таким правом. Но они начали торговаться. И это очень оскорбительно. Таким образом, Прабхупада, он никогда не принимал омовение во время Кумбамелы. Но он говорил Харикатху.
И я тоже за всю жизнь, он никогда не принимал омовение, никогда не хотел воспользоваться этим шансом. Даже я, когда был во Вриндаване, там однажды прошла Кумбамела. Кажется, что все духовные практики, они одинаковы в Брихат Бхагаватамрите. Очень постепенно Санатана Госвами нам показывает различные настроения различных преданных или так называемых преданных. Что они делают? Кто-то совершает какую-то деятельность, кажется, что это преданность, но это совсем не преданность. Те богатые люди, они принимают омовение в Ганге, чтобы отмыться от грехов, чтобы смыть свои грехи и оставить их в Ганге. Определение, само определение бхакти, это шлока Клеша Агни Шубада, само определение бхакти вот в этой шлоке, оно нам открывает таинство, почему Кришна не дает бхакти всем. Что происходит в начале бхакти? Когда бхакти приходит в сердце, то все ваши страдания, они исчезают. Все вот эти вот ощущения жгучие, все вот эти вот страдания, которые разжигают ваше сердце по причине предыдущей вашей греховной деятельности. Бхакти, оно разрешает все последствия кармы. Шубада. Шубада означает истинное благо. Когда приходит бхакти в вашу жизнь, начинается истинное благо. С того момента вы получаете истинное благо. Клеша Агни, Шубада. Шубада. Шуба значит мангал. Что-то хорошее, но в абсолютном смысле. Благоприятное. Мокша логатакрит. Мокша — это когда кто-то хочет решить свои проблемы. В материальном мире существует столько много проблем, люди хотят закончить эти проблемы. Но мокша — это не решение. Но они хотят решить посредством мокши свои проблемы. Мокша для преданных, они думают, что мокша — это какая-то вообще дешевая вещь, бесполезная абсолютно. Сандра Ананда — это счастье, сконцентрированное, вязкое счастье. Вязкое в смысле, что много его счастья, оно сконцентрированное. И судурлаба. Судурлаба означает, что бхакти — это большая редкость. Не все могут получить бхакти. In course of traveling whole Brahmanda, if you think about it, вы скитаетесь по бесконечным мирам. Если вы только задумаетесь об этом, я думаю, что ваше воображение, оно не может преодолеть это материальное ограничение. Когда мы отправляем космический корабль, то есть запускается корабль, поджигается топливо, и ракета или корабль, она разгоняется, и расчеты ученых, они таковы, что корабль выходит на орбиту и там занимает свое положение. Это очень сложно. Говорить об этом очень легко, но сделать это сложно. Тем не менее, это легко, когда мы получаем милость Шудда Гуру Вайшнав, тогда все становится очень легким. И совсем это не сложно. Мокша логатакрит. Мокша, преданные, они, слыша имя мокши, в смысле, слыша слово мокша, они раздражаются, они приходят... Э,
В общем, они ненавидят они это слово, и судурлаба значит редкость, бхакти — это большая редкость. Благодаря аскезам вы можете много чего получить, но не бхакти. Аскезами бхакти не получишь. Садхана сахасраир хари бхакти судур лаба. Гьяната сулаба мукти. You can get мукти by application of гьяна. Вы можете достичь мукти посредством практики гьяны, знания. And by hundreds of different kind of mode. Но это не решение. Гьяната сулаба мукти. Буктир, Бхукти — это наслаждение. Раван, Кумбхакарна — все они хотели наслаждаться. Почему они совершали такие суровые аскезы? Если кто-то спросит, почему они совершали такие суровые аскезы? Потому что они хотели в будущем наслаждаться. В настоящее время они совершают аскезы и как бы страдают, но это только потому, что в будущем они хотят наслаждаться. Когда кто-то дает пожертвования, вы можете провести анализ и понять, что эти люди хотят наслаждаться в будущем, потому что они знают, что если они дадут пожертвования чистому саду, то в будущем они получат в 100 раз больше и будут наслаждаться поэтому еще больше. Во Вриндаване богатые люди, они ищут саду чистых и жертвуют им огромные деньги, потому что они хотят наслаждаться все больше и больше. Они платят деньги, и они получают какую-то силу и используют ее не по назначению. Один ученик Шрила Бхактидейта Мадхава Госвами Махарадж, я не могу его назвать учеником, но по факту он был учеником Мадхава Госвами Махарадж, ну, в смысле, внешне. И он жил на... где-то он совершал то, что... ну, баджан, или он знает, что он там совершал. То есть он там жил, и однажды там был... приехал один очень богатый человек, и он искал какого-то саду, чтобы ему отдать денег. И тогда ему указали на этого саду, и этот богатый человек, он дал ему много денег. В те времена 5-10 лаков — это были вообще какие-то огромные деньги. И он оставил это пожертвование этому ученику Мадхава Махараджи. И каким-то образом информация просочилась к разбойникам, и они тогда ночью пришли, они избили этого саду, сломали ему там, разбили голову, выкинули в Гангу и забрали деньги и ушли. И был еще один так называемый саду, и он делал дандават парикраму, он совершал парикраму Говардана дандаватами, то есть они предлагают поклоны, и у них есть 108 камушков, и когда они начинают предлагать поклоны дандават, например, они вчера дошли до этого места, и с утра они вернулись на это место, и стали, они с утра возвращаются на то место, где они остановились, и начинают предлагать поклоны. Предлагают поклон, перемещают камушек, и так 108 там, 108 раз. И потом они двигаются, ну, как бы на расстояние одного дандавата. И иногда, чтобы совершить парикрам Говардану, иногда требуется 2,5 года. Вот такими вещами людьми занимаются. И даже гаудия, преданные гаудии, они делают такие парикрамы. И я спросил кого-то, зачем вы это делаете? Вы же саду из гаудия матха. А, Махарадж, потому что кама на меня влияет. А я сказал, таким образом ты не сможешь освободиться от камы. Никто таким образом не освободится от камы, но они не захотели, не послушали меня.
чтобы они совершали этот дандават парикрам. В общем, был там один саду, который за 2.5 года он совершил дандават парикрам. И сразу же один богатый человек, он к нему подошел, спросил, какое пожертвование ты хочешь? И тогда этот саду, он попросил у него машину с кондиционером. Саду. У него даже нет одежды. Что он, на что ему эта машина с кондиционером? Ну вот он попросил это. И вот таким образом все работает. То есть то, что я хочу вам, то, что я хотела вам объяснить, это что никто не хочет служить Бхагавану. Позавчера было явление Радакунды. И это день явления Радакунда, и было там настолько много людей, что невозможно было до туда добраться. Пробки были, народа много было, и столько людей приехало, чтобы смыть грехи. Но Радакунда — это не то тело, где нужно оставлять испражнения и мочиться. Это не такое место дешевое. Но люди таким образом поступают. Такая ситуация. Поэтому бхакти — это большая редкость. Такая большая редкость, что я не могу даже вам объяснить. Чистые преданные, они такие, они настолько редки. Если вы даже совершите операцию по поиску саду во всем мире, может быть, вы найдете несколько. Очень маленькое количество. Кто-то, может быть, обладает чистой преданностью, но таких саду немного. Сандра Ананда, Вишешатма, преданные, они обладают такой особенностью, или бхакти обладает такой особенностью, что преданные, они пребывают всегда в этом в счастье сконцентрированном. Когда вы обладаете чистой преданностью, вы в состоянии притянуть Кришну как магнит. Кришна будет чувствовать влечение к вам, он будет обязан явиться перед вами. Шри Кришна Акаршани на санскрите Рупа Госвами пишет Шри Кришна Акаршани Часа. Шри Кришна Акаршани означает, что бхакти притягивает Кришну. Прям как железо и магнит. Железо, оно притягивается магнитом. Точно так же. Кришна, он притягивается чистой духовной практикой. Он привлечен таким чистым преданным. Он даже он не может его проигнорировать. Это обещание Кришны. Кришна, он привел много примеров тех, кто достигли его лотосные стопы благодаря саду санги. Все им удалось достигнуть моих лотосных стоп, но результат, он не один для всех. Притрасур, он звал Кришну в одном настроении, Прохлад в другом настроении, Сугрив, Хануман и так далее. Все настроения, они различаются. Яги и Кпатни, жены брахманов, они тоже получили стопы Кришны, лотосные стопы Кришны и гопи, но их достижение, оно не одно и то же. Кто-то из них получил ну, какой-то базовый результат. Бхагаван, он под их контролем, но в таком, в общем плане. Но гопи и яги-кпатни, они контролируют Кришну особенным образом. Кришна, он прям полностью находится под их контролем. То есть поэтому тут речь идет о базовом контроле и об особенном контроле. Конечно же, Бхагаван
он соглашается быть контролируемым, но в случае разных преданных это не одно и то же. Гопи обладают невообразимой любовью к Кришне. Также Кришна, у него есть бхакти, но оно отлично. Вы должны понимать это. И многие неподвижные существа, как деревья, благодаря общению с чистыми преданными, они получили, или с Кришной, они получили лотосные стопы Кришны. Помните историю Аухали? Вы слышали? Аухалия — это жена Гаутама Муни. Он был ачарьей в логике Ньяя. И кое-что случилось. Аухалия — это целомудренная женщина. Вы даже во сне себе представить не можете, насколько она целомудрена. Мы, когда просыпаемся, мы взываем имена Вайшнава. Когда мы просыпаемся, нам нужно вспомнить имена всех Вайшнавов, начиная с Гурудева, Гурупад Падма, Киджай, Прабхупада Киджай, Прамамса Ачарья, Горкишор Дас Бабаджи Махарадж. Если вы знаете 200 имен Вайшнавов, по минимуму, то вспоминайте их всех. А если вы знаете 50, то читайте, прославляйте их, вспоминайте их имена. То есть это ваша обязанность. Никогда не забывайте об этом. Вы, когда просыпаетесь, вы должны всегда вспомнить лотосные стопы Гурудева, Вайшнавов с закрытыми глазами. Ни о чем не разговаривайте. И если вы на таком уровне, вы можете, в общем, вспомнить всю Гуру Варгу, можете вспомнить Гаджендра Мокша Лилу, но в конечном счете мы хотим концентрироваться на лотосных стопах Нитьянанды и Гуранги. Поэтому, когда вы просыпаетесь, обязательно вспоминайте всех вайшнавов. И тогда у вас получится целый день быть занятым в баджане. Но если вы так не будете поступать, то тогда вы будете иметь проблемы в течение дня. У вас будут посещать разные проблемы. Кто-то, ум будет не в том настроении. Будете думать, что кто-то вас там не позвал куда-то, еще что-то. И когда вы воспеваете дикша мантры, какую бы мантру вы ни воспевали, вы должны думать о мантра девати. То есть если вы поете о Гуранге, читаете мантру Гуранги, тогда думаете о Гуранге и так далее. Аухалия была целомудренной женщиной. По утрам многие материалисты, они вспоминают имена Аухали, Дропади, Кунди, Кунти, Тара, то есть все вот эти вот целомудренные женщины. Они вспоминают их, произносят их имена. И таким образом материалисты очищаются. Но Аухалия, она была обманута Индрой, король небесных планет. Он ее обманул. Муж ушел по делам Гаутама Муни. И Сваргарадж Индра, король райских планет, он явился перед Аухалией в форме ее мужа Гаутама Муни, чтобы получить общение с ней. И когда Гаутама Муни он вернулся, он посмотрел на жену, и он все понял, и он ее проклял. Ты превратишься в камень. После чего Аухалия превратилась в камень.
тут же стала, закаменела. И она заплакала. Я не знала ничего, я никогда не хотела этого. Тогда Гаутама Муни, он проклял Индру также. Проклятие такое было сильнейшее. Я не буду об этом, не буду это обсуждать сейчас. И Аухали, она заплакала, она сказала, я не знала ничего. И тогда Гаутама Муни, это все случилось в Сатья-югу. И Гаутама Муни сказал, в Трета-югу, когда Рамачандра явится, он дотронется до тебя, и тогда ты оживешь. И Аухалья осталась в форме камня, и она в таком состоянии провела многие тысячи лет. И Рамачандра, он поставил свои лотосные стопы на камень, что-то в этом роде, и тогда Аухалья, она ожила. Мы не понимаем. Я вам уже объяснил, что атмы, они повсюду. Это очень сложно понять. Нам нужно осознать этот момент, что результат преданного служения для разных преданных, он отличен. Гопи и Ягикпатни, они, у них было у них были прямые отношения с Кришной, но любовные отношения, но Вритрасур, ну и другие преданные, у них не было таких прямых отношений, то есть не получили они такую прям прямую крипу, напрямую. В Брихат Бхагаватамрите Нараджи Махарадж, он стал прославлять Бали Махараджа. И он сказал, Бали Махарадж, ты настолько удачлив, сам Бхагаван, он дал тебе этот пост. И в то же самое время он согласился, не согласился, а решил охранять твое царство, решил стать стражником. И он стоит на вратах твоего царства. Бхагаван, он под твоим контролем. То есть он дал тебе этот пост и стал твоим стражником. И тогда Бали Махарадж ответил, «О, Нарда, ты меня прославляешь, но я думаю иначе. Я не думаю, что это так». Бхагаван, он мне дал этот пост, потому что я хотел его. И из скромности Бали Махарадж так ответил, потому что на самом деле это было так. Изначально Бали Махарадж, он хотел контролировать все миры. Иногда он завоевывал сваргу. То есть он хотел этого высокого положения, но после того, как он получил чистое бхакти, конечно же, этому все было не нужно. И Бали Махарадж сказал, «Бхагаван меня на самом деле обманул, он мне дал этот пост, он дал мне это положение». И ты также говоришь, что Бхагаван, он стал моим стражником. Ты сходи туда, посмотри, ты не найдешь его там. Бхагаван, он там, но в тонкой форме. Бхагаван находится там, но не физически, не постоянно. Иногда, когда это необходимо, Бхагаван там является. Тотчас же является там. Бхагаван там, на вратах. И также я никогда не хотел его занимать в этом служении, он сам решил. Поэтому напрямую или косвенно все эти преданные получили крипу Бхагавана. Вчера я вам прочитал одну шлоку, которая требует объяснения. Она такая противоречивая шлока. Как Нарджи Махарадж, он сказал Юдиштхире Махараджу такие слова.
каким-то образом вам нужно концентрироваться на лотосных стопах Бхагавана. Каким-то образом. Но это не значит, что мы должны медитировать на Кришну в настроении Камсы. Или как в настроении Джарасанды или Шишупала. Нет. Это была такая общая информация. Нараджи Махарадж привел такой пример, что памятование о Бхагаване настолько могущественно, что даже те, кто памятует о Бхагаване в негативном настроении, они освобождаются. Даже те, кто концентрировались на Кришне в настроении враждебном, они получили Брахмапад. Но это не значит, что Нараджи Махарадж нам дает такой совет, чтобы с этого дня нам нужно думать о Кришне в негативном каком-то настроении. Нет, конечно. В материальном мире это факт. Когда вы воюете с кем-то, какие у вас отношения враждебные с кем-то? Иногда люди сражаются, устраивают какие-то битвы опасные, постоянно думают о том, как уничтожить друг друга. И иногда страны сражаются. И кто-то сражается так давно, что они до сих пор не могут найти никакого решения, только убивают друг друга. То есть враждебность — это такая вещь, которая происходит даже в среде преданных, так называемых. Совершенно без какой-то причины преданные кого-то, на кого-то клеветают. Конечно же, Нараджи Махарадж, он нам не рекомендует думать о Кришне в настроении враждебности. Нет, это запрещено для нас. Но это факт. Даже демоны, которые медитируют на Кришну, желая его убить, они достигают Брахмапада. Но мы, конечно же, они не наши ачарья, мы не следуем их примеру. Нараджи Махарадж привел пример, чтобы подчеркнуть могущество памятования о Бхагаване. The importance of bhakti, I mean the intensity of bhakti, depends on how much direct attraction you are feeling. Бхакти зависит от того, насколько вы привлечены к Кришне, насколько каково ваше влечение к Кришне. Положение гопи, оно самое возвышенное, мы не можем никого с ними сравнить. То есть интенсивность бхакти зависит от влечения, испытываемое преданным. И положение гопи, оно несравненно. Каково чувство разлуки, которое вы ощущаете, то есть насколько оно глубоко. И в зависимости от этого существует различное множество настроений преданного служения. Бхагаван сказал, когда я был во Вриндаване, я постоянно играл с гопи. Я их сердце, они даже ничего, ни о чем не думают, кроме как обо мне. И исполняя мое обещание, я совершил Расалилу с ними. Но вы не поверите, Расалила, она длилась для них всего долю секунды. В их понимании, по их ощущениям, Расалила, она продолжалась долю секунды. Шанкар Бхагаван, Баре Баба, он участвовал в Расалиле в форме гопи. И во Вриндаване находится Гопешвар Махадев, храм. Шива, он попытался поучаствовать в Расалиле, но его выкинули оттуда. И
по совету Радарани, он отправился в Мансаровар, там он принял омовение, и когда он вышел из Саровара, он развил гопи-бхаву, то есть он потерял свое мужское существование, то есть стал гопи, обрел женскую форму, после чего Парвати его украсила, ее, теперь я могу сказать ее. Она его украсила, вставила сережку в нос, в уши, и после чего изначально Йога Майя его не допустила к Расалили, но в конечном итоге она разрешила ему поучаствовать в Расалили. Бхагаван Шри Кришна сказал, я начал Расалилу, и Расалила продлилась ночь Брахмы. И я думаю, что вы даже не можете на компьютере посчитать продолжительность ночи Брахмы. То есть Расалила продолжалась целую ночь Брахмы, но когда Расалила закончилась, они ощущали, что прошла всего одна доля секунды. Но на самом деле продолжительность была ночь Брахмы. Почему так быстро Расалила закончилась? Почему так быстро? Но это было совсем не быстро, но они даже не помнили об этом, потому что они так наслаждались, это было настолько огромное счастье для них. И вы видите, что в материальном мире, когда кто-то чем-то наслаждается, то время бежит очень-очень быстро. Я только начал это, и уже все закончилось. Но когда кто-то страдает, то время тянется, и люди думают, о, как же долго это все продолжается, и страдания все никак не закончатся и не закончатся. Таким образом, подобным образом, Кришна, он поведал о настроении гопи, то есть Расалила им показалась длиной в долю секунды. Но те же самые гопи, когда я уехал из Вриндавана, когда я отправился в Матуру, для них каждая доля секунды, она воспринималась как целая юга. Прям с точностью наоборот. Когда Кришна был с ними, даже очень долгое время им казалось доля секунды. Но когда Кришна их оставил, то каждая доля секунды в разлуке с Кришной длилась для них целую югу. Столько времени прошло, мы не можем просто это выносить. И доля секунды им казалась таким огромным промежутком времени. Как же мы можем так долго жить без Кришны? Вритрасура, он также ощущал разлуку, но не таким же образом. Его разлука — это отдельный разговор. Я вам в тот день уже рассказал об этом. Вритрасура, он на поле битвы он плакал и он молился о даршине, молил Бхагавана получить даршин. О Аравиндакша, о Падмапаласлочан, я хочу увидеть тебя. И мое положение похоже на положение птички, которая только родилась, она не умеет еще летать, и она в ожидании матери, когда же мать наконец принесет ей что-то покушать. Таким же образом я и жду даршина твоего. So, that
Птичка плачет в ожидании своей матери. И когда теленок, он голоден и хочет испить молока из вымени матери, но ему не разрешают этого, потому что молочник, ему нужно продавать молоко, и он не разрешает теленку выпить молока матери. Когда возлюбленные, они разлучаются, то они страдают очень сильно. И это чувство в материальном мире, оно очень опасное. Это чувство, оно материальное, но такие переживания людей настигают. То есть они так сильно страдают в разлуке. И Прабхупада, он сказал, что по мнению материалистов, вот эти вот примеры из литературы, как Джим Дейла, Шекспир написал, Налда Маянти, их любовь описана в Махабхарате. И еще есть очень известная история о мусульманской женщине и мусульманине. Они тоже были Лайла Маджну, влюблены в друг друга. И в итоге король их похоронил заживо, предал их самадхи при жизни. Он был настолько разгневан, что он их заживо похоронил. Такое наказание дал король Дели, Лайла и Маджну. Ваша любовь, она ограничена стенами этого самадхи. А все материалисты, они с огромным уважением относятся к этим историям. Но Прабхупада сказал, что в этих любовных отношениях нет реальности. Это материальная любовь. Но отношения любовные между Гопи и Кришна, там нет даже следа каких-то личных интересов. А в материальном мире, даже когда кажется, что нет никаких личных интересов, то есть что любовь, она безусловная, то это не так. Этого не может быть. Бхагаван сказал, когда раса лила закончилась, гопи посчитали, что чувствовали, что раса лила закончилась всего лишь, продлилась всего долю секунды. Гопи, они потеряли память. Они забыли о своих телах и о всем том, что с ними связано. Меня зовут так-то, я из этой деревни. Они забыли все, они не могли больше ничего помнить. Бхагаван сказал, они не были в состоянии даже понять, кто они, как их зовут, кто их отец, мать, из какой они деревни. Они даже не понимали, у них есть тело или нет его. Что говорить о гопи? Я вам могу рассказать о нашей Гурварге. Как, например, наш мать Чайтанья Матха, Нарахари Прабу. Или я могу рассказать о Ваман Махараджи. Было очень мало севак, и Ваман Махарадж, он совершал все служение, и там было
печатная, как это называется, печатный станок, и он с педалями был. И Ваман Мараш, он редактировал, собирал статьи и публиковал Гаудия Патрику. И однажды он очень торопился, потому что нужно было напечатать очень быстро. И тогда он печатал, и внезапно его рука, она вошла в машину, в печатный станок. И тогда у него просто один палец повис на коже, и фонтан крови начал изливаться, и его палец, он просто болтался на руке, и он его отвезли к доктору, и доктор спросил: «Что же ты наделал? Тебе нужно сейчас отрезать палец». «Отрезай». Доктор сказал: «Тебе придется отрезать палец». И Ваман Мараш, он сказал: «Хорошо, отрезай». То есть ему вообще было без разницы, он не ощущал своего тела. Вы не можете поверить в это. Но это реальный случай, я вам привел реальный пример. Однажды один севак, он приготовил прасад Богу, предложил Бхагавану, предложил прасад Вамана Махараджу. Махарадж помолился, принял прасадом и ушел, потом вкусил прасад и ушел в комнату. И тогда севака стал принимать остатки прасада Махараджа, и он понял: «Я же не посолил ничего. Я забыл добавить соль». Соль — это основной ингредиент, когда вы готовите. Самый главный ингредиент — это соль. Если вы добавите много разных ингредиентов, но забудете добавить соль, то все будет бесполезным. И тогда севака зашел в комнату Гурудева, сказал: «Гурудев, ты мне ничего даже не сказал, что я не посолил сабджи». И Ваман Мараш ответил: «Я не принимаю ни сабджи, ни соль. Я почтил прасад. Это прасад. Я не могу искать недостатки в прасаде. Что я не могу пожаловаться, что прасад не соленый или не поперченный или еще что-то». И точно так же наш Нарахари Прабу из Чайтанья Матха, он служил Прабхупаде и его миссии таким образом, что он забыл о своем теле. Он забыл, что у него есть тело. Он забыл, что благодаря этому телу он совершал служение. Он настолько был сконцентрирован на служении. В итоге он заболел. Если я вам расскажу эту историю, я ее уже рассказал, вы можете послушать в интернете. В прославлении вайшнавов. Сева — это такая вещь, что вы можете забыть все. Тело, имя. Бхагаван не рассказывает какие-то истории, какие-то небылицы, он рассказывает о реальных событиях. То есть он сказал, что гопи, они не помнили о своих телах и ни о чем, о том, что с ними связано, с телами. Они настолько ко мне привязались, что они забыли о своих телах. Сам атманам адастав атидам ятха самадху манайо аддитвае надьяха правишта иво нам рупе. Я вчера вам сказал об этом. Иногда риши муни, они концентрируются на объекте их медитации, и они забывают о своем существовании, свои имена и так далее, свои тела и все, что с ними связано. Они ощущают Брахму. И вчера я вам сказал, прям как реки, различные реки, они... Ганга, она... Где она? Где ее истоки? В Гамуке. Ганготри. Я там был. Это в горах одно место. Когда я был молод, я туда отправился по милости Гурудева. А иначе вернуться оттуда — это большая редкость, очень опасное место. Это большое adventure. Вы играете с жизнью и смертью.
в любой момент вы можете погибнуть в тех местах. Ганга, она берет свои истоки там. А потом, куда двигается Ганга? Ганга двигается к Бенгальской бухте и впадает в океан. Реки берут истоки где-то в одном месте, а потом они сливаются с океаном. Иногда йоги, риши, муни, они тоже забывают о своем существовании. Adventure — это приключение. И также, точно так же гопи в постоянном памятовании о Кришне, они забывают о самих себе. И вы можете тогда спросить, а почему я сравниваю их? Вы не понимаете. Вишванат Чакравати Пад пишет Сакшат Самаст в этой шлоке. Вишванат Чакравати Пад пишет Сакшат Даритвина Самаста Шастры. Знаете, что это сам Кришна, гуру это Кришна. Но каким образом? Вот таким образом, гуру, он настолько близок, настолько дорог Кришне, что он становится не отличным от ним, но это не Кришна. Точно так же в этом случае признаки похожи, но это не означает, что результат, то, что получает муни, оно подобно тому, что получает гопи. Нет. Муни получают Брахмапад, а гопи, они обнаруживают себя в бесконечном океане премы. Гопи купаются в океане премы, а мунайо, муни, они сливаются с Брахмападом. То есть внешне приводится этот пример, но не думайте, что результат достижения одно и то же. Harati nimeshat kalo sarvam mayamayam idam akhilam hitva brahma brahma padam probishavi ditva vanchakalpadurasya kripasindu patitanam pavanam bhuvishnam bhuvishnam.